С днем ангела, дорогие именинники! Опять Иван именинник. В православной церкви есть обычай после большого праздника господского, как правило, празднуется память тех людей, которые ближе всего к этому празднику. Так после Рождества мы празднуем сразу же после, на второй день, собор Божией Матери. Поскольку недавно было Богоявление, крещение Господне, сегодня празднуется, на второй день крещения, собор Иоанна Предтечи. У Предтечи много праздников. Мы празднуем его зачатие, его рождение, празднуем усекновение главы, три обретения главы его. И празднуем, наконец, собор Иоанна Предтечи. Это значит, что все праздники собираются как бы совокупно, воедино. И мы сегодня вспоминаем всю жизнь этого человека. Он был сын священника Захарии и жены Захарии Елизаветы. Они были долго бесплодны. По обетованию, по благословению Божию, родили сына, рождение которого возвестил им архангел Гавриил. Они были испытаны в этом огне позора, огне стыда, огне неуверенности, так же, как Авраам и Сара, Иоаким и Анна и многие другие святые родители. То есть бездетность была для них наказанием, которое одновременно было и испытанием. Иоанн родился по обетованию, с благословением Божиим, после слова архангела. Он родился и развязал уста своему отцу, который онемел перед тем. Иоанн будет имя ему, написал отец на дощечке, когда ему подали. Так было его имя, что означает Божия благодать. Более всех Иоаннов, сей Иоанн Предтеча отвечает этому имени. Он полон Божией благодати. Вина и секера не будет пить, и бритва не касалась его головы. Он был на заре с детства, посвященный Господу. Прожил в пустыне, ел пищу необычную, акриды и мед дикий. Одевался в кожи и в острые одежды из власеницы. Припоясывался поясом кожаным и всю жизнь постился и молился. До тех пор, пока Бог не сказал ему проповедовать покаяние. С тех пор Иоанн стал проповедником. Он чудес не творил, заметим. Чудеса не обязательны для святых. Можно быть святым, но не творить ничего особенного. Иоанн таким был. Он только говорил, но слово его было таким сильным, что пробивало любую толщу греха. Люди каялись и шли к нему на Иордан креститься. Туда к нему же пришел Христос, и его тоже крестил Иоанн, хотя понимал, что перед ним Мессия, обещанный Спаситель. После этого жизнь Иоанна текла еще недолго. Скорость он был взят под стражу и казнен Иродом по просьбе его падчерицы Соломии, жены Иродиады, которая ненавидела Иоанна Предтечу. До сегодняшнего дня Иоанн проповедует, и проповедь его простая – покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Он выше всех Иоаннов, не только Иоаннов, по слову Христа – Он выше рожденных всех женами, поскольку не восставал пророк выше Иоанна Предтечи. Пророки слышали голос Божий и говорили о том, что будет, а Иоанн слышал, но и увидел, и руку возложил на Христа, и крестил его. На его молитвы надеющиеся мы и проживаем эту жизнь. С праздником, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.